привет. Давай, садись, чего ты? А что ты машину так поставил? В смысле? Парковка? Как? Городская парковка, в смысле, ты так поставил? Какая парковка? Что за фонты? А? Поставил прям посреди что, двора. Как? Какого двора, если это улица, я не понял. Ты что говоришь? А ты что так разговариваешь? Не, ну просто предъявила там, типа, что я как-то поставил, нормально поставил. Ты что такая недовольная? Потому что ты дерзкий какой-то. Я? Да. Я вообще нормальный, просто это самое. Можешь не курить, как бы здесь. Нет, не курящий. Не могу. Не можешь? Класс. Хочу курить. Супер. Хорошо, кури. Просто меня в ступор поставил. Что ищешь на сайте знакомств? Денег ищу. Денег ищу? Угу. Прям напрямую ты сразу, битрые люди. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм-канал, где вся жесть без цензуры. Все то, что я не могу выпустить на ютубе, вы найдете там. Контакты девчонок, переписки, запрещенные фото и видео. Все самое грязное. Ссылочку я оставлю в описании и закрепленном комментарии. Сразу к делу, да? Да, как еще? Напрямую говорю. Ага. Поэтому это самое. Есть у тебя деньги? Сколько надо? Да хуя много. Это сколько? 5 миллиардов. Сколько 5 миллиардов? Еще что? Все. 5 миллиардов, прекрасно. А что так стрёмно одет? Что ты вообще тебе что-то не нравится? Нормально одет, а ты нормально оделась? Я хорошо одета. Очень думаешь, да? Что тебе не нравится? Не, я просто спрашиваю, мало ли. Класс. Чем занимаешься? Что? Куда едем? За 5 миллиардами? Угу. Банк грабить? Только я не знаю, в каком банке столько денег. А у тебя нету столько. Значит. 5 миллиардов ни у одного человека. Ни у одного? Такого, такого. Как ты, да, нету. Нет, угу. На что тебе деньги такие нужны? Неважно. Класс. На лечение. От чего? От головы? Нет. От чего? Тебя от спида? Вылечить хочу от головы. Ага. Так, у нас будет какой-то конструктивный диалог или вот этот вот, непонятно. А что, с чего с плохим настроением пришло? Нет. Я не сказал, что у меня денег нет. Ну, 5 миллиардов нет. Я думал, у тебя тоже нет. О чем с тобой говорить, если у тебя 5 миллиардов нет, алло? Кочану. Я что, миллиардер, олигарх или что? А что ты на сайте знакомств делаешь без денег? Знакомлюсь с нормальными девочками, хочу познакомиться. Для любви, для отношений, в чем проблема? Что за байда ты вообще мне втюхиваешь? Мне не нужны отношения. А что тебе нужно? Деньги. Класс. Ты 5 деньги. Миллиардов, да? Угу. Расскажи тогда, а чем занимаешься, типа? Танцую. Танцуешь? Ого. Да. Ага. И? И? Все? Денег нету. Все, что ты можешь сказать, да? Да. Супер. Еще? Давай, бомби, ты так бомбишь круто. Я докопался, да. Это ты докопался. То не так, это не так. 5 миллиардов тебе надо на что непонятно. А долго еще в банк ехать? Что? В банк ехать долго? Долго. Так, ты всегда так знакомишься, да, с мужиками? А что, у тебя часы? Прикинь. 500 рублей стоит? Нет, что-то 400. 400 рублей стоит. Супер ты вообще, конечно. И? Чего, и? Придем к какому-то. Не, я не тупой, мне просто не нравятся такие разговоры на знакомстве. На сайте знакомств для любви там типа ищут отношения. Нахуй ты кому нужен? Так. Так. А что ты едешь туда? С деньгами в банк мы едем. С деньгами в банк, так. Дальше. Ну все, просто это капец знакомств, ты такая борзота просто вообще, борзота при борзота. А ты дебил. А я дебил, хорошо, борзота и дебил. Хорошая, отличная пара, да? Да. Супер. Ну расскажи про себя, не знаю, чем занимаешься, хобби, увлечения, там что? Танцую в клубе, говорю. Ну кроме этого, ты что-то делаешь? Смотри, какой классный браслет зеленый. Так, для чего тебе этот браслет? Из клуба. Прямо сейчас, наверное, из клуба, да? Вообще не отходишь оттуда, да, правильно? Сейчас думаю поехать в библиотеку. Что там делать? Взять, почитать. Тебе дать почитать. Ты ж тупой. Очень. Прям очень-при-очень. Так. Ну, блин, а не понимаю, а как это знакомиться с человеком, когда тебя обсирают постоянно? Это не так. Ты стрёмный мужик. Ага. Ты реально думаешь, что ты подсвечишь какого-то мужичка, с тебя общаясь так, правильно? Конечно. Класс. Просто у меня класс. Много таких было. Да? Да.
Что, они тебя потом посылали нахрен? Нет. Тебя нахрен посылали. Меня мужики не посылали нахрен. Мне дарили все дорогое. Поэтому ты одна, короче, да? Поэтому одна. Чего ты взял, что я одна? Вначале ты знакомишься, кстати, знакомство. Так, не годишь ли на мужиков? Встретиться, а сказать, думаешь, ты тупой, ты козел, типа туда-сюда, алло. Я встретил с тобой только с одним, что ли? Понятно. Я каждый день встречаюсь так с 10 где-то. Да. И все тебе дают 5 миллиардов? Ну, почти. Почти. Мне кажется, тебе под срандель дают, под жопу тебе. Пошел ты. Кайф. Вот это общение. Общение двух интеллектуальных людей, как бы, да, вот это знакомство, вот это флирт, вот это лайт, да, вот эта вся история, да? Да. Что за iPhone 6? Ты что, угораешь, что ли? На приколе или ты обкурен, или что? Какой нахрен 6 iPhone? А какой? Это 13. Какой? 17. 20 уже вышел, понимаешь, для меня специально выпустили. У меня же 5 миллиардов. Да. Выпустили iPhone, специально прислали, понимаешь? Долг ехать? Очень. Очень долго. Ты даже не представляешь, насколько долго. Я устала уже с тобой здесь. Ну, расслабься. Отдохни. Выпусти пар. Как ты обычно выпускаешь пар? А? На массажном кресле. Ага. В массажном кресле. Супер. А ты ездишь на Ки? И? Ты, судя по всему, вообще из метро вышел. И что? Ты ездишь на метро стрёмном. Дальше что? Я езжу на метро. А на чем ты ездишь? На членах? Да. А, класс. Но не на любви, поверь. Угу. Так. Лучше на член ездить. Угу. Супер. На многих прокатилась уже? Да. Да? Угу. Понятно. 20 в день. 20 в день? Да. Нормально, у тебя дыра. Не болит? А у тебя? Ну, я на 20 членов в день как-то не лазю, как бы вообще ни на одну. Да? У меня все нормально с этим. Жаль. Жаль? Mm-hmm. Это вообще лютое знакомство, просто кринжатина какая-то. Классно. Потому что ты кринж, дебильный. Посидим, посмотрим окошко, короче, да? Попонтим, повыпендриваемся. А что, на тебя смотреть, на долбоёб? Ты так и будешь меня оскорблять? Как ты вообще знакомишься, не понимаю, что? Я? Да. Ты изначально несешь какую-то фигню. Все, вези меня обратно. Кайф вообще. Супер крутое свидание, у меня такого вообще никогда не было. Я тоже. Тебя тоже, я понял. Чуть-чуть. Ну, ты смешная просто. А ты ебанутый дебил. Может, хватит меня оскорблять? Может, нет. Может, да. Хорош это, ну, реально, ты не боишься его мужика быть в тачке, выпендриваться, обсирать его, что, ты... ну, что-то, ничего не сделать, что ты безнаказанный будешь, алло. Ты не щею. Класс. Все. Еще что? А все, ничего. Ничего? Супер. Прям вообще ты покорила, конечно, пацана. Слово пацана. У тебя там, соответственно, понос какой-то, ты слышишь свои слова какие знакомые, такая, подкорил пацана, слово пацана. Нет, что ты несешь вообще? Сериал такой. Еще что-то там вспомнила. Там снимались мои. Ну, судя по мышлению, да, да, твои друзья. А у тебя нищебродское мышление. Тебе что там заело, ты другие слова, ты знаешь, ты хоть словарь купи, что? Ну вот реально. Я словарем в библиотеку пойду. И тебе дам почитать. А я думал, что ты длиннее инструкции к презервативу ничего не знаешь. Пошел ты нахуй. Что, блин, происходит вообще? Я не понимаю. Что происходит? Что с тобой не то? Кто тебя так обидел? Ну реально. Нищеброды такие, как ты. Кайф. Ты думаешь, что с таким общением ты найдешь себе кого-то? В Маке ешь, типа. И что? Ну, а ты где ешь? А по Маке? Ты такой выебист. Купил колу за 24 рубля и выебываешься. Она 24 рубля стоит, да? На сколько? 50? На 50. У тебя и этого нет. У меня все есть. 20 членов, да, я помню. 20 членов, да. Хоть так. Вообще капец какой-то. Ты вообще бесстрашная, просто бесстрашная, уникум просто какой-то. Феномен. Феномен, да? Да. Mm-hmm.
Давай, выдай мне еще что-нибудь, пока мы подъезжаем к месту, где я тебя выкину нафиг. Ты же сказал, мы в банк едем. Какой банк? Ты сказал, отвези меня уже. Все, ты мне не подходишь, я тебя сейчас выкину нафиг. Пошел ты нахуй. Пластинка по кругу прям вообще. Зачем тебе что-то рассказывать, у тебя деньги? Сразу бы... Интересно, с чего такое умозаключение? Ну да ладно. Как круто. Да, долго ты пацана себе будешь искать? Да мне не нужен никто. Mm-hmm. Ты будешь себе искать долго. Mm-hmm. Какую-нибудь девочку из пятерочки. Mm-hmm. Еще бродов, как ты. Mm-hmm. Круто. Потом купить Киев в кредит. Да. Тяжелый случай. Mm-hmm. Mm-hmm. Что-нибудь позитивное, может, скажешь? Или только вот это? Нет, у тебя? Не скажу. Не скажешь, да? Mm-hmm. Крутая ты, мадам. Кому машешь? У тебя глюки, что ли? Да. Это нашего с тобой общения прям глючит. Прям вообще. Ой, да уж. Зачем ты мелочи собираешь? Дают на сдачу в магазине. Что, мне выкидывать или что? Тебе чтоб дать. Я думала, милостыню тебе дать. Это больше твоя прерогатива. С милостыней. Да? Нет. Ладно, сейчас я тебя уже высажу. Да, сейчас тебя уже высажу.